5-9-5, похоже, им крепко досталось. Сплошная зелень в отряде. Сегодня салаг уже нет! Гивен, большие потери. Долго они не продержатся. Поторопитесь, если хотите успеть. Соедини меня с ними! Это Сейбер! Но долго еще! Готовность 3 минуты! Главное, следите за периметром! Мы почти на месте! Пожалуйста, поторопитесь! Пошли! Сюда, живо! Вас обнаружили! Стань через дорогу! Идем в открытую! Грич! Давай, активная поддержка! Бегом! Бегом!
близких к атмосфере! Нам потребуется воздушная поддержка! Варкари, это Металл 01! Запрашиваю арт-поддержку! Прием! Принято, Металл 01. Работаю на высоте 3500 метров. Полная загрузка. Отметьте свои цели. В пути. Подождите! Заражение не обнаружено. Снимайте противогазы, но будьте начеку. Нам нужна максимальная маскировка, только один фонарик. Вас понял. За мной, не расходитесь. Металл 01, ваша позиция установлена при помощи устройства отслеживания союзных войск. Мы в катакомбах, движемся к предполагаемому расположению цели. Принято, 01.
К вам направляется отряд быстрого реагирования. Обозначьте маршрут фаерами, чтобы поможем найти вас. 0-1 принял, отбой. Все чисто. Вперед. Воняет просто чудовищно. Ну от этого хоть не помрешь. Где остальные фронты остальные? Прошлой ночью наши казармы в Сатари подверглись химической атаке. Почти все мои солдаты погибли на месте. У меня в Саторе был друг. Сочувствую. Вот почему Волк должен поплатиться за все, что он сделал. Он заплатит, босс, я прослежу. Bienvenue. Будьте начеку. Сюда. Подходим к предполагаемому положению цели. 100 метров. Как думаешь, много тут внизу похоронено? Не знаю, главное к ним не присоединиться. Садится в серый седан! Прыгай в синий фургон! Живо! Вперед! Я прикрою! Рост! Быстрее! Надо спешить! Продолжай стрелять!
Металл-01, приз наш, мы взяли Волка. Так ведь, сукин ты сын? Ведите его на допрос. Мы вытрясем из него все, что он знает про Макарова. Драк, мы взяли Волка. Мы уже в пути. Принято. Раптор-2 отправляется. На связи президент и Совет национальной безопасности. Президент? Генерал, вы уже нашли этого Макарова? Нет, но мы получили данные о его производителе бомб. Ситуация развивается. Развивается? Так он у вас или нет? Команда Дельта только что взяла его. Посылаю вам запись. Что с ними сейчас? Они задержали Волка, однако секретность была нарушена. Генерал, говорите понятнее. Им придется пробиваться к точке эвакуации с боем. Генерал. Я хочу, чтобы этого Волка взяли живым, несмотря ни на что. Эти ребята должны вернуться домой.